Наконец-то мы на Бали. Вчера с паромом ночью приехали. И прям минут 10 ходьбы, отличная поляна для палатки. И никаких тут песнопений, ничего, тут все спокойно, никто тут не пристает. Сразу чувствуется, что это не мусульманский остров, походу. Кто это? Девушка, вы кто? Какие-то мусульмане, походу, тут затесались. Что они тут делают? Езжайте отсюда на Яву. Там вон место. Петь-то не будете хоть? Ладно. Выдвигаемся с нашей стоянки. Вот этих это кустах находится среди рыбаков. Ну, место отличное вообще. Никто тут не парится. Я думаю, сейчас идем в городок. Там есть все, что нам надо. Рынок. Индомарт. Ходили очень на рынок, пришли в Индомарт. Вот. Наш любимый. На рынке все отлично, цены хорошие. Все как и везде. Вот и столик для нас. Вообще отлично. И три стула как раз есть. Не вмещать. Тут интересные салаки. Вкусные. Другой. Вмещаем все. Просидели полдня тут у Индомарта. Теперь можно идти. Отправили один запрос на каучсерфинг. Больше мне лень отправлять, не хочу. Потом разберемся. Вот тут мечеть какая-то большая. Такая вот. Думали, не будет тут мечети, а мечети тут есть. Посмотрим, что там будет. Сейчас чуть-чуть прогуляемся и будем стопить. А куда поедем, туда поедем. Заехали на Бали, сразу заметили, что тут коровы. Везде тусуются. Хорошо ему тут луга. Непривычно, конечно. Ой, что-то тучки собираются. Как бы дождь не лупанул опять. Весело впечатались кому-то в задницу. Мини-авария. Ну, вроде ничего серьезного, не знаю, сколько кому он расплатится, может. Уж нет. Что-то мы едем уже какие-то вообще. Едем. 100 километров никак не доедем. Везде пробки такие, просто жесть. Наконец мы приехали на развилку. Куда идти, естественно, пока неизвестно, потому что нам никто вообще не ответил. Один мужик только ответил, что через несколько дней можете обратиться, там все такое. Ну, наш друг, который здесь живет и работает, спросил насчет поля. Вот, где-то там не в Убуде, где-то там рядом.
возможно, там можно будет встать. Но на каких условиях, непонятно. Поэтому сейчас мы пока идем в сторону Убуда, держим курс. Ну и как обычно, наши любимые мараты. На камере, наверное, ничего не видно. Проходим какой-то ресторан. А дальше там какие-то крыши. Да. Похоже, это какое-то арт-пространство или ресторан. Варунг? Какой-то мажорский варунг. Вот этих вот беседок и все. А, интересно. Ну. А, магазин. Ну а мы идем дальше. Нашли офигенное место. Тут есть главный ручей. Речка тут течет. Какой-то лаз, какую-то пещеру, то ли. В общем, неплохо устроились. Второй день уже на Бали в палатке. Ночуем. Итак. Завтра тут осмотримся, что тут, куда. Хосты ничего не ответили.